Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема или сверка следующая: обмороки, но с мертвенной бледностью. То есть человек падает в обморок, и такое впечатление, что он что? Превратился в мертвеца. Все, он умер. Вот как ни странно это звучит, бывает такая категория людей, которые, скажем так, кто-то упал в обморок, там, скажем так, минута-две, и очнулся, не меняя вида, скажем так, как была на красноте, так, лица на красноте, лицо красное, покрасневшее, там, скажем так, так и оно осталось. А есть категория людей, которые падают в обморок и сразу же что? Покрываются вот этой вот бледностью мертвой. И многих это пугает. Многих это вводит, скажем так, в ступор, недоумение. Ну, что же делать, что же, куда бежать, что обращаться. Ну, конечно же, можно обратиться, то есть можно помочь любыми реанимационными мероприятиями, помочь человеку вернуть сознание. Если человек этого хочет, знает, либо изучает и понимает. И акупунктурные точки, поверьте, очень хорошо с этим справляются. Буквально на глазах массажем тех или иных акупунктурных точек можно вернуть человека, скажем так, в реальную жизнь, если его одолевают обмороки. Но диагностика 12 меридианов здесь нам в помощь. Почему? Ну, вообще-то обмороки – это нарушение ритма мозга. Вот. Если мы внимательно уже наши лекции, скажем так, просматриваем, мы уже знаем, что меридиан печени, меридиан желчного пузыря, меридиан тройного обогревателя, меридиан желудка, сердца, что практически мочевого пузыря, простите, контролирует наш с вами мозг. Вот вам и ответ. В каком состоянии эти меридианы? Многие люди, которые страдают обмороком, не ответят на этот вопрос. А меридиан сердца проходит по лицевой части. Вот представьте себе, в данной энергетике нет меридиана сердца. Не хватает его. Либо в меридиане печени, либо в меридиане желудка, либо в меридиане желчного пузыря, мочевого пузыря не хватает энергетики. То есть энергетики не хватает, чтобы она поднялась, выполнила свою функцию, что и обеспечила головной мозг энергией ЦИ. Вследствие чего человек недополучает ЦИ, о, обморок, пожалуйста. Чтобы этого не происходило с вами или с вашими друзьями, там, не дай бог, или еще с кем, пожалуйста, диагностика 12 меридианов полностью приоткроет вам тайну, в каком состоянии ваши эти меридианы, которые контролируют головной мозг. Ну, конечно, что, чем сопровождается обморок? Конечно же, сразу снижается мышечный тонус, и человек не контролирует себя, вследствие чего, не владея собой, он, скажем так, падает. Дальше, скажем так, это сбой центральной нервной системы. Ну, скажем, часть головного мозга – это отдел центральной нервной системы. И контролирует нервную систему. В каком состоянии центральная нервная система, человек тоже не знает. А вот, допустим, есть такая акупунктурная точка, 55-я регулярная, которая контролирует центральную нервную систему, где можно сразу уколом этой точки, чтобы возвратить человека в этот мир, с обморока вывести. Очень легко, элементарно, просто. Только нужно знать, где она располагается, и быть, скажем так, в том месте, скажем так, в это время, помочь этому человеку, либо научить этого человека. И вот так вот, уважаемые зрители, если у вас, либо у ваших друзей частенько посещают обмороки, которые пугают людей своей мертвой бледностью человек, пожалуйста, данная точка ПСП, простите, 11 Шаошан, вам в помощь. Также те меридианы, о которых вы здесь услышали в наших лекциях, также состояние их в помощь вам. Почему? Потому что если эти вы меридианы приведете в норму, будете содержать их длительное время в норме, то поверьте, обмороки больше вас не потревожат. Спасибо за внимание.